У жителей Киева сейчас есть и другие темы для обсуждения. Столицу Украины заволокло смогом от торфяных пожаров. То, что сейчас чувствуют киевляне, хорошо знакомо москвичам. У нас такое лето было 5 лет назад. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям считают, что всему виной человеческий фактор. Не исключено даже, что поджог в районе населенного пункта Зазимье. Это в 10 километрах от Киева. Городские власти говорят, что если смог не спадет, придется временно закрыть школы. В дневное время ограничили въезд в столицу Украины грузового транспорта. Киевлянам советуют воздержаться от поездок по городу на личных машинах, возможности оставаться дома с закрытыми окнами. Концентрация продуктов горения в воздухе в разы превышает норму.